Объяснение – это один из таких как бы психических когнитивных механизмов, которые позволяют стабилизировать ситуацию. То есть после того, как я себе что-то объяснил, через тире оправдал, да, значит, я останавливаю деятельность. То есть, условно говоря, мне не из-за чего больше, у меня больше нет причин думать, что-то менять, куда-то двигаться. Да, объяснение, оно, это всегда способ себя как бы прижать. Поэтому объяснение очень свойственно как раз для депрессивных состояний. То, что, что такое депрессивный пациент? Это человек, который объяснил себе безысходность. Вот как только объясняешь себе безысходность, вот это вообще, и это супер объяснение.